МВД Почувашии подвели итоги акции «Студенческий десант». За 4 дня студенты столичных вузов республики посетили различные подразделения министерства, побывали в рейдах и участвовали в охране общественного порядка. Для некоторых эти встречи оказались знаковыми. Несколько молодых людей после окончания вузов решили поступать на службу в органы внутренних дел. Студент ЧГПУ Александр Боровой, к примеру, заинтересовался профессией кинолога. Здесь есть работа для тех, кто больше всего на свете любит поесть и поиграть. Именно эти два стимула позволяют выдрессировать хорошую служебную собаку. Она должна беспрекословно слушаться своего хозяина, поэтому кинолог начинает заниматься с ней с самого раннего возраста. А брать на дело собаку своего коллеги не принято. Кому-то интересно ему, чтобы собака была спокойная, да, такая, чтобы не резвилась, не прыгала там чересчур. А кому-то наоборот. Не нужна такая собака, чтобы она была игривая, там бегала с ним. Ну, очень такая шустрая, чтобы собака была. Вот поэтому, например, мне нравится вот шустрый. Я не люблю, когда собаки медленно идут и спят. Вот поэтому я себе выбрал бельгийскую овчарку. Буян по долгу своей службы занимается розыскными работами. Ему, кроме превосходного нюха, нужно иметь быструю реакцию. А вот другим четвероногим коллегам, которые ищут наркотики и взрывчатые вещества, напротив, важна вдумчивость и осторожность. Все как у людей. Ну, мне понравится. Мне сами собаки очень нравятся, я очень их люблю. Деревня собака есть, я с ней постоянно играю. Вот уже так же, как бегала, как сейчас собака, и у меня так, она также развится. Я очень люблю собак. Меня даже заинтересовало сейчас вот это все. Так у студенческой акции появилось реальное продолжение. Кроме Александра, еще несколько студентов решили связать свою будущую работу с правоохранительными органами. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.